Здравствуйте, Кунасити. Новый год. Привет, ребята. Всем привет. Сегодня с Даником мы хотим поиграть в конструктор Лего. Вот такой набор. Лего-огород. Давайте с нами. А собирая этот конструктор, мы узнаем, что же растет на огороде. Я знаю, что растет на огороде морковка и клубника. Морковка, клубника и много других разных овощей. Да, и картофель. Ну так давай же скорее открывать и будем собирать. Так, тут есть леечка и такая точечка. Можно уже мальчику. А наши мальчики-девочка приехали на дачу и будут садить наш огород. Да, Данюш? Да. Давай поставим дачу. Ну, собрались тучки. Начался дождь. Солнышко. Скорее. Давай скорее спрячем их в домик. Да. Скорее. Попекайся. Закрывай дверку. Все. Прошел дождик и появилось солнышко. У нас дождик. И наша девочка с мальчиком выходит. Да, чтобы сеять огород. У меня есть такие цветочки. Да. Они называются подсолнухи. Да, из таких цветков мы получаем семечки, да? Да, казинаки. Правильно. А из семечек мы можем сделать казинаки. А с этой стороны они вялые такие. А ты знаешь, почему они повяли? Да. Потому что очень сильно светило солнышко, и нам наши подсолнухи нужно полить. Да, полить. У нас подсолнухи. Даник, а чем же мы их будем поливать? Конечно же, водой. Ребята, а вы знаете, что благодаря подсолнухам у нас есть подсолнечное масло, которое очень полезно для нас? Мама мне покупает казинаки. Они такие вкусные. Я возьму лейку. Да. А я пока привезу морковку. Этот мы полили, теперь следующий. Все. Я привез морковку, давай перекусим. Так, но сначала пойдем мы помоем руки в домик. Морковку я чуть не забыл. Так. Данюшка, а где же росла эта морковка? На огороде. На грядке, в земле, да? Да. Даник, смотри, наши подсолнухи опять вянут. Да, это из-за сильного солнца. Но ничего, смотри, вон идет тучка. Да. Сейчас будет летний дождик. Я боюсь дождика. Брат, да не переживай ты так. Посмотри, какой приятный летний дождик. Он не страшный. Я боюсь промокнуть. А благодаря ему наши растения немного подрастут. Так. Даже дождик. Смотри, каким большим стал наш подсолнух. Даник, смотри, а вот опять появилось солнышко. И прилетели на наши подсолнухи пчелки. Да. Что же они делают, интересно? Они собирают пыльцу для меда. Да, это очень полезный продукт. Даник, смотри, а благодаря дождику у нас хорошо стали расти морковь, помидоры. Да. И картофель. Угу. Ой, Данюш, смотри, что это такое? Это червячки. Даник, на самом деле это не червяк, это гусеница, которая хочет съесть наш урожай. Да. И испортить наши помидоры. Надо срочно что-то делать. Нужно собрать эту гусеницу. Да. Все. Мы спасли наши помидоры. Да, она пригодится для рыбалки. Точно, рыбка очень любит разных червячков. И гусениц, думаю, тоже. Да. О, смотри, кому-то еще нравится морковь. Кто это такой? Зайчик. Давай же его угостим нашей морковкой. Давай.
Зайка, держи морковку. Вот, мне не жалко. Есть еще одна. Ах, как вкусно. Морковка действительно очень вкусная и сладкая, да? Да. Даник, наш урожай созрел. И время его собрать. Да. А мы вам поможем. Так, ложи сначала морковку. Так, внизу. Интересно, куда же ты его положишь? Сюда. Так, вот помидор еще один. Вези тачку. А вот. А гусеницы ничего не осталось. Потому что мы все собрали, да, Данюш? Да. Ребята, надеюсь, вам понравилось быть у нас на Лего-огороде. До новых встреч! Пока-пока! Всем пока! Носите, куносите!